Здорово, это бла-бла-бла и бла-бла-бла. В сегодняшнем выпуске вы увидите: атаку котов, корейский слэшер, клон League of Legends, фэнтези PvP и мрачную аркаду. Поехали! На Землю напали инопланетные коты, и только подготовленный агент Док может им противостоять. Ведь у него есть перчатка Gauntlet 9001. Перемещаясь по локациям, тебе предстоит затапывать котеек, дабы защитить несчастный городок от тотальной няшности. Сражайся с боссами, а за заработанные монеты модернизируй и улучшай свою боевую перчатку. Стреляй дробью, лазером или разрывными бомбами. Короче, в Agent Dog тебя ждет ядовитый экшен в духе 80-х с крутым саундтреком и 16-битным музыкальным сопровождением. В 2100 году вирус с незамысловатым названием М неожиданно стал уничтожать либо подвергать мутации все живое на Земле. Мир погряз в хаосе и анархии, и только ты, а кто бы сомневался, способен все остановить. В крутом корейском RPG-слэшере Mutant Metal Blood на твой выбор предоставлены три героя, два из которых платные. А потому на твой выбор один герой с механической рукой, которым ты и будешь лечить бедных мутантов. В игре присутствует прокачка, отличная боевая система, куча комбо и приятная графика, так что часок-другой будет чем скоротать. Если ты любитель поубивать свое время в League of Legends, то специально для тебя недавно вышла League of Masters, даже как бы названием намекая. Как уже принято в мобильных моба, бои проходят в режиме 3 на 3, от 5 до 10 минут, с целью разнести вражеский ингибитор. На данный момент игра насчитывает уже 20 чемпионов и несколько карт с разнообразными режимами. К тому же League of Masters весит всего 100 мегабайт и катит даже на мобиле твои бабки. Так что занимай мид и вперед за мамку! Might and Mayhem Battle Arena — это мир приключений и захватывающих PvP-сражений. Проходя кампанию, ты сразишься с множеством монстров, собирая команду из лучших и непобедимых героев, чтобы отбить забытое королевство и победить короля дракона. Собери рыцарей, разбойников, магов, гоблинов, роботов и монстров в одну команду и сражайся с реальными игроками в PvP-режиме. Приглашай друзей, натягивай врагов, продумывай уникальные стратегии с различными комбинациями и приведи свою команду к победе! Ну и последняя игра на сегодня — это стильная аркада под названием Count Crunch's Candy Curse. Распечатав на Хэллоуин коробку с лопьями графа Кранча, мальчик, сам того не ведая, выпустил зло на свободу. Облачившись в маску с черепом, он отправится в долгое путешествие по четырем мирам, собирая по пути конфеты и наклейки для разблокировки новых способностей. Прыгай, стреляй и истребляй отродье ужаса. Тебя ждет великолепный геймплей в сказочном стиле оформления мультфильмов Тима Бертона и невероятно хэллоуинское приключение. А на сегодня это типа все. Подписывайся на канал, вступай в группу и качай игры с нашего сайта бесплатно. Вот класснув прям по этой кнопке, можно туда перейти. Работает? И не пропускай предыдущее видео. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся.